Всех приветствую на своем канале, и сегодня я вам покажу свою гортензию на штамбе после трехдневного ливня. У нас прошли очень сильные ливневые дожди. Многие спрашивали в предыдущем видео, не клонятся ли ветки, не ломаются ли ветки. Вот только что у нас закончился дождь, я вышла специально снять гортензию. Вот так она выглядит после дождя. Конечно же, ветки немного опустились, наклонились, но никто не ломается, ветки прочные, это гортензия Light Lime. И напомню еще раз, я обрезала ее на 6-8 почек. Следующей весной, я думаю, я обрежу ее покороче. Сейчас я вам покажу другую такую же гортензию, которую я обрезала и короче. И вот другой штамп, это тоже Light Lime. Но обрезала я его немного короче. У него были вообще короче веточки, их было меньше. Обрезала на 2-4 почки. Тоже вот сейчас, после дождя, после ливня. Вот так она выглядит. Соцветия немного склонились, но никаких повреждений. Все прекрасно держится, все прекрасно стоит. У нас было очень засушливое лето. И, наконец, пошли дожди. И немного посвежело. Ну вот, друзья, до следующих встреч. Сегодня такое было коротенькое видео.